Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Bon Appetit Life. И сегодня, по вашим просьбам, я приготовлю бюджетное блюдо. Такое, которое вы сможете приготовить на даче, на природе, дома. Это недорого, сердито, и в любой ситуации оно вас подправит. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, а я начинаю. Вот такая домашняя курица у нас сегодня. Поделю пополам. Красавчик, ты тоже здесь? Теперь помою еще раз. Блюдо будет жариться во фритюре, поэтому понадобится для моего количества мяса, а у меня это 5 килограмм курятины и 5 килограмм картофеля, 2 литра масла. Соответственно, если у вас меньше, кладете масло меньше. И те, кто скажут, что ой, вся еда будет пропитана маслом, ребята, я вам в конце покажу, что в картошке внутри даже масла не будет. И также второй литр. Казан у меня 22 литра, многие спрашивают. Далее дам хорошенько нагреться маслу практически до момента, пока не начнет закипать. При этой температуре не будет липнуть ни картошка, ни курица. И соответственно внутрь масло проникать не будет, так как быстро обдаст корку. Курицу пожарит в собственном соку. А картофель запечет, как раньше, кто помнит, ребята, кто из СССР, с этих времен. Помните, как картошку жарили в костре, в золе. Вот примерно внутри будет такой же эффект. Че, не дает лапу красавчик, да? Не, один раз дал. Я тебя вижу. Иди поздоровайся. С тобой? Да не со мной, что ты меня не видел сегодня? Нет. Или... Красавчиком? Да. А. Масло разогрелось. Самое время кладем курочку. Ава! Ну, соль каждый кладет по вкусу. Перец душистый, черный, молотый. И паприка. В общем, курица должна жариться на сильном огне, не вариться. Обычно, если масло сильно не разогрето, когда туда кладут мясо, либо курицу, рыбу, неважно, за счет охлажденности продукта масло остывает и просто начинает варить. От этого идут прилипания, распадания, ну и т.д. и т.п. Ну а пока обжаривается курочка, покрошу лук, немножечко овощей.
Лук крошите кому как удобно. Я люблю большими, поэтому крошу именно так. Также, друзья, совсем немножко перец паприка. Также, друзья, острый и молодой чеснок. Вот этот набор будем также отправлять в наше блюдо. Пока мы все подготовили, пойду помешаю курицу и буду снимать ее. Ее надо снимать на готовности процентов 50. В принципе, самое время выкладывать. Как я и сказал, друзья, готовность 50-60%. Теперь отправляю картофель. Стираю вот так, чтобы не брызгалось. За счет температуры масла вовнутрь не проникнет. Один раз перемешал. Чеснок засыпаю лучком. Перец и острый перец. Также присолю картофель слегка, потому что масло уже соленое. И немножечко поперчу. И курицу кладу сверху. Как говорится, покрываю. Закрываю крышку. И минут 30-40 жарится на среднем огне. Дальше что получится, сами все увидите. А вы не жалейте, поставьте лайк, напишите пару комментариев и обязательно подпишитесь. Почему? Потому что среди подписчиков, среди моих друзей смотрят 30%, 70% смотрят те, которые просто залетели и вылетели. Давайте поактивнее, друзья. Продвигаем канал. Нужен миллион до Нового года. И только вы сможете помочь. Красавчик, пока ты тут сидишь, воробьи всю твою кашу сейчас склюют. Друзья, до готовности блюда, ну, минут 5 осталось. Покрошу немного зелени. Так будет и вкуснее, и эстетичнее. Из зелени у меня лук, петрушка, укроп. Кстати, самое дорогое из этого блюда. Помыл. Это для диванных экспертов. Что, друзья, пойдемте выкладывать. Все готово. Ах, загляните-ка, что здесь у нас. Вот такая красота. Вот такая целенькая, румяная.
Ах, вот такая красота, друзья, получилась. Присыпем зелени. Будем пробовать. Ах. Что, друзья, прям с краю и возьмем. Оп. Вот, друзья, вот такая картошка получилась. Вот смотрите, за что я говорил. Нету в ней ни масла, как некоторые думают. Ну, обычно печеная. Ах, горячая. То есть, вот такая красота. Рассыпается, крошится. Вот, давайте попробуем. Честно, такой вид запеченной картошки напоминает мне как будто пирожки с картошкой. Попробуем мясо. Мясо, соответственно, тоже полностью готово. Тут никаких с этих сомнений. Горячее. Друзья, это блюдо я приготовил по просьбе очень большой массы зрителей, которые говорят: да ты запарил, то страуса, то это, то то, сделай что-нибудь подешевле, побюджетней. Я вам честно скажу, да, даже такое блюдо всегда будет только красить стол ваш, и гости будут рады. Оно и недорогое, и очень вкусное. Что, друзья, по традиции пожелаю вам тост. Всей души я хочу, чтобы в ваших домах светило солнце, была ясная, четкая, летная погода, побольше бабок, скажу так по-мужски, крепкого-крепкого здоровья, удачи во всем, все же, за что вы возьметесь, пускай приносит только пользу вам, родным вашим и всем окружающим. За вас, дорогие мои. Это реально очень вкусно. Парни, девушки, просто зрители, те, кто просто заглянул и хочет убежать, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии, у нас самые топовые видео. Всем еще раз крепкого здоровья, удачи во всем. Всем пока-пока.